Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи вновь Роман Душкин. Это видео «Шпаргалки по искусственному интеллекту». Продолжаем отступление, так скажем, от основной темы, от коннекционизма, потому что некоторые зрители попросили меня рассмотреть универсальную машину Тьюринга, и я это делаю. Сегодня мы как раз рассматриваем, что же такое универсальная машина Тьюринга, как она устроена. Универсальная машина Тьюринга. Давайте так назовем. Привыкайте уже к сокращением МТ, это машина Тьюринга. Итак, мы уже изучили важную тему полноты по Тьюрингу. Кто не смотрел видео-шпаргалку про полноту по Тьюрингу, посмотрите, пожалуйста, предыдущую шпаргалку по искусственному интеллекту. Собственно, это очень важная тема, полнота по Тьюрингу. И давайте я кратенько напомню, что такое машина Тьюринга. Так, у нас есть бесконечная в обе стороны лента. В обе стороны бесконечная лента. И вдоль этой ленты ездит головка, которая может считывать и записывать на ленту символы. Значит, у нас есть алфавит этих самых символов. У нас есть состояние, внутреннее состояние системы. И у нас есть таблица переходов. Это вот и есть машина Тьюринга. Таблица переходов выглядит так. Вот эта вот таблица переходов, она берет кортеж из символа, некого символа V итой и внутреннего состояния житой. И переводит его в символ VI'QG'. И двигает головку туда или сюда, или останавливается. Соответственно, останавливается она тогда, если вот это вот состояние принадлежит множеству терминальных состояний. Множество терминальных состояний является, собственно, множеством Q. Вот, это машина Тьюринга. Алан Тьюринг предложил эту модель такого вот автомата и доказал, что любой алгоритм для вычисления вычислимой функции может быть реализован на машине Тьюринга. И, собственно, потом он доказал, что можно построить универсальную машину Тьюринга, которая принимает на вход на ленте закодированное описание таблицы перехода, то есть программы для какой-либо машины Тьюринга, а потом принимает входную информацию для нее, для этой машины Тьюринга, и выполняет ее так, как будто бы работает та машина Тьюринга. И вот это и есть суть универсальной машины Тьюринга. Я не буду вам сейчас рассказывать про то, как оно устроено. В общем-то, если кому-то интересно прям посмотреть конкретные реализации машины Тьюринга вот именно на таком странном языке, то я могу вас отправить к статье 2009 года. Так, значит, Neri and Woods. Neri and Woods. Статья называется For Small Universal Turing Machines. В интернете эта статья доступна, там действительно приведены программы четырех маленьких машин Тьюринга. Мне очень понравилась машина, где 23 инструкции и 24 состояния. То есть мощность множества R составляет 23 инструкции, а мощность множества Q составляет 24 состояния. Это очень маленькая машина Тьюринга, это действительно маленькая, и она действительно универсальная. Вы можете посмотреть. Вот. А что я могу сказать по этому поводу? Да мы же не зря рассматривали Тьюринг полноту. Вот это понятие. Поэтому возьмем обычный язык программирования. Язык программирования. Да любой язык программирования, например, язык Haskell, который мы начали изучать параллельно. На одной из параллелей мы сейчас изучаем функциональное программирование на языке Haskell в моих видео-шпаргалках, так что присоединяйтесь к каналу, если вы еще не, и смотрите параллельные видео. Так вот, нам нужен универсальный язык программирования, который Тьюринг полный. И, собственно, это и есть универсальная машина Тьюринга. Почему? Да потому что компилятор или интерпретатор языка, ну, транслятор языка,
Вот что он берет на вход. На вход ему подают транслятору языка. Первое. Описание программы. И второе. Входные данные. Входные данные для этой программы. А на выходе у него что? А на выходе у него результат выполнения этой программы на этих входных данных. То есть это именно то, что я рассказал, вот когда обводил вот это. То есть универсальная машина Тьюринга берет описание таблицы перехода произвольной машины Тьюринга, а потом берет входные данные для нее и выполняет, как бы сама выполняет себя так на ленте, что как будто бы вот та машина Тьюринга, чья программа написана, чья таблица перехода написана, выполняет свою программу, когда получает на вход входные данные. Но то же самое, как я сейчас сказал, делает транслятор языка программирования, универсального Тьюринг полного языка программирования. Он получает на вход описание программы, получает входные данные и на выходе получает результат выполнения этой программы на этих входных данных. Собственно, вот и все. Это и есть универсальная машина Тьюринга. Таким образом, универсальной машиной Тьюринга является транслятор Тьюринг полного языка программирования. Вот и все. Теперь вы прокачаны на эту тему, и когда вас кто-нибудь спросит, что же такое универсальная машина Тьюринга, вы сможете либо показать статью Нейри Вудса 2009 года, либо рассказать про универсальные языки программирования Тьюринг полный. Ну что ж, с вами был Роман Душкин. Я надеюсь, было понятно, доступно. Если что-то непонятно, пишите в комментарии. Обязательно ставьте лайк. До новых встреч и пока.